Знойное лето внесло свои коррективы в жизнь горожан. Особенно тяжело в такую погоду людям, страдающим болезнями системы кровообращения и органов дыхания, беременным женщинам и пожилым людям. У многих 30-градусная жара провоцирует вялость, сонливость, быструю утомляемость, головную боль и даже головокружение. Так реагирует организм на перегревание. Гораздо опаснее, когда данное состояние может приобрести очертания солнечного или теплового удара. Признаки как бы теплового и солнечного удара приблизительно одинаковые. Ну, во-первых, становится красным лицо, учащается пульс, то есть сердцебиение, появляется одышка, головная боль, тошнота, рвота может возникнуть, может быть носовое кровотечение, может быть даже тошнота или рвота, или такая слабость вплоть до обморочного состояния. Если пренебречь элементарными правилами нахождения на солнце, пляж – это наиболее потенциальное место получения теплового или солнечного удара. Поэтому головные уборы, солнцезащитные очки и крем для загара должны стать главными атрибутами в пляжной сумочке. И, конечно, в жаркие дни не стоит забывать о воде. Летом нужно пить только воду. Ни квас, ни пиво, никакую сладкую воду, ни кофе. Потому что эти напитки сладкие, и каждый стакан этого напитка вызывает потребность в дополнительном количестве жидкости, потому что вот эту сладость надо в крови разбавить. Поэтому они не утоляют жажду. Это неправда, это своеобразный миф. Поэтому нужно пить только простую, несладкую воду. Рекомендуется, конечно, брать больше овощи, фрукты, те продукты, которые не портятся, то есть какие-то печенье сухое. Категорически мы возражаем против того, чтобы брали молочную продукцию, йогурты те же детям берут. Вареные колбасы – это вообще продукт, который несовместим, но иногда просто это видим. Желательно, чтобы был достаточный запас питьевой воды, которую использовать не только для питья, но в то же время и для мытья рук, и для мытья овощей, или заблаговременно помыть овощи и фрукты дома. Часто отдыхающие, приняв солнечную ванну, спешат охладиться в водоеме, причем предпочитают делать это стремительно, окунаясь в воду сразу с головой. В итоге от резкого перепада температуры можно получить обморок, а заодно и травму, если водоем незнакомый. Кстати, сегодня состояние некоторых городских мест отдыха не такое радужное, как погода. К ним относятся левый берег центрального городского пляжа и место отдыха в микрорайоне Восток. В этих водоемах дети купаться нельзя. А в некоторых районах Брещины данный запрет распространяется и на взрослых. Если взять Брестский район, то пляж в поселке Муховец. Точно так же появился нестандартный результат воды, где тоже будут вводиться ограничения купания детей. Если в целом взять по Брестской области, то уже несколько недель подряд у нас идут нестандартные результаты воды. Это на пляжах Ляховического района. Поэтому там ограничено не только купание детей, но и купание взрослых. Кстати, по словам специалистов, народ стал отдыхать культурно. По статистике, санитарное состояние 86 официальных зон отдыха в Брестской области находится на достойном уровне. Однако, несмотря на то, что контроль за санитарным состоянием пляжей, мест купания и качеством воды осуществляется еженедельно, к выбору места под солнцем нужно отнестись серьезно.